Сорт томата Green Zebra, зеленая зебра. Этот сорт родом из США. Он среднеранний, от всходов до снятия урожая проходит 115-120 дней. Этот сорт подходит для выращивания и в теплицах, и в открытом грунте. Растение высокорослое, мощное, требует посынкования и подвязки. В кисти созревает до 5-9 плодов. Плоды вот такого вот необычного окраса. Желтые плоды или зеленые плоды, зеленые полоски. И по мере созревания полосы становятся более ярко-желтыми. Масса этих плодов от 100 до 200 грамм. Вот такой вот плод в разрезе. Очень сочный. Зеленая мякоть. По вкусу сладкие, с необычайным привкусом фруктовым. Не передать словами, но сорт очень вкусный. И очень красиво смотрится на грядках и в банках также. Подходит для консервирования и для употребления в свежем виде.